Планета Земля, Соединенные Штаты Америки. Год 2017. Обезьяна уходит, приходит петух. Ага! Случилось то, что случиться не могло. Недавно чудо в США произошло. Стать президентом Клинтон не смогла. Мужскую половину не заводит она. Груди обвисли, Италии нет. Кто пустит такую в овальный кабинет? Старую кошелку обойти смог гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Теперь охуительно жить будет нам. Власти в Америке пришел Дональд Трамп. С Россией в близость вступить хочет он. Значит, нашу экономику ждет подъем. Значит, цены перестанут вверх расти, а зарплаты поднимутся раза в три. Стипендии студентов вырастут раз пять. Пойдут после учебы Хеннесси бухать. О да, мистер Трамп нам жизнь перевернет. Простой манагер Вася Роллс-Ройс приобретет. Простой манагер Вася сопли утри. Теперь ты крут и все бабы твои. Простой слесарь Петя купит Порше. Всем жизнь станет легче, всем жить станет проще. Теперь охуительно жить будет нам. К власти в Америке пришел Дональд Трамп. Сегодня я хочу поднять бокал за ваше здоровье, мистер Трамп. И уж совсем ты будешь хорош, если России Аляску вернешь. Там же холодно, зачем вам она? Да и золота уж нет ни хрена. А для нас Аляска родины часть. Мы как родину любим ее даже сейчас. Будь хорошим мальчиком, Дональд, давай. Наше доверие ты оправдай. В твоем благородстве усомниться не дай. Нам великодушно Аляску отдай. Теперь охуительно жить будет нам. К власти в Америке пришел Дональд Трамп. You're fired!